Привет! У меня очень много всяких дел, поэтому я решила, что нам с вами сейчас немедленно нужно научиться рисовать барсука. Я не уверена, что вообще рисовала барсука в жизни до этого, но давайте вместе попробуем. Барсук, как он выглядит? У него такая довольно вытянутая, но не слишком вытянутая морда и такое очень плотное круглое тело. Еще у него, конечно же, две полосочки на морде. Вот так. И маленькие аккуратные уши. Еще у него довольно заметные такие когти на лапах. И небольшой хвост. Сам он серый, а лапы у него черные. Их можно закрасить. И на задних лапах у него тоже есть когти. Вот такой вот. А морда у него белая с черными полосками. Я обычно не раскрашиваю, но я думаю, что я примерно вам покажу просто, как у него цвета распределяются, что сам он вот такой серый. У него более плавный переход, а на морде бело-черные полоски. При этом это не енот. Енот совершенно другое животное. Вот такой вот барсук. Попробуем еще. Морда, уши, тело, хвост. Все примерно, тело и хвост примерно одинаковой формы, только хвост поменьше. Такой же формы лапы. На лапах заметные когти. На морде заметные полоски. Ну и нос. Вот, а глаз не видно, они под полосками. И лапы у него черные. Вот барсук. Вот барсук. А барсука мы сегодня рисуем по просьбе Юли. Серый барсук. Чуть-чуть подвину. Давайте еще нарисуем сидящего барсука. Я не знаю, может ли он так поднимать уши, но мне очень хочется, чтобы мог. Лапы и хвост. Конечно же, полоски на морде остались. Конечно же, лапы по-прежнему черные. На них по-прежнему когти. И спина. Спина серая. Живот я не знаю какой. Ну давайте, пускай белый будет. Ну или тоже серенький. Вот. Вот такие барсуки. Всего хорошего.